Впереди новогодние праздники. Многие предпочитают нарезать салаты и проводить выходные под новогоднее кино. Какие любимые праздничные фильмы у горожан узнали из первых уст? Чародеи. Мне сама очень книга нравится. «Понедельник начинается в субботу», по мотивам которой снят этот фильм. И фильм я этот очень люблю. Мне всегда очень жалко, когда его не показывают по телевизору 31 декабря, дают предпочтение «Иронии судьбы» или там «Джентльменам удачи». Хочется увидеть этот фильм. Там очень красивый Абдулов в главной роли, молодой. Ну, этот фильм, как, наверное, никто другой, создает вот именно новогоднее настроение, да, вот эта волшебная ночь, когда ты веришь, что все твои желания и мечты обязательно сбудутся. Фильм? Да. Да все советские, с легким паром, там и все. Ирония судьбы. Елки. Так много. Ну, наши советские фильмы. С легким паром. Иван Васильевич меняет профессию. Ну, все, что нас на Новый год показывает, очень нравится, все смотрим. Не знаю, пусть это для меня останется сюрпризом, что выберет под Новый год. Я не люблю смотреть фильмы на Новый год, все надоели. «Непослушник». Второй вышел, новый который. Новогодний фильм. Не знаю, мне в последнее время «Елки» смотрим. Вот хотим на новые «Елки» сходить. Посмотрю какой-нибудь. Какой интересный. Будет такой, посмотрю. Старые фильмы, я их не люблю, я люблю новые. «Один дома». «Ирония судьбы» с легким паром, как всегда. «Один дома». Я не смотрю фильмы. Любимый фильм? Не знаю даже, «Один дома». «Джентльмен удачи». Да, как все, «Гарри Поттер», «Властелин колец», такие многосерийные. Наверное, с легким паром. Я хочу сейчас пересмотреть мультики Миядзаки. Не знаю, как это связано с Новым годом, но вот захотелось мне сейчас пересмотреть. «Ирония судьбы» с легким паром. Как всегда. Ну, какой? «Ирония судьбы» или «С легким паром». Я вообще особо по новогодним фильмам как бы нет. Мне вообще сериал «Шерлок» напоминает как бы какую-то новогоднюю атмосферу. Вот.